Всемирного дня здоровья полости рта в музейно-выставочном комплексе «Артишок» прошла торжественная встреча. В зале собрались врачи-стоматологи и специалисты в области ортодонтии и челюстно-лицевой хирургии. В этот день с первым юбилеем поздравили и детское отделение Химкинской стоматологической поликлиники. 5 лет на страже здоровья полости рта стоят десятки специалистов. Сейчас в отделении поликлиники работают 7 кабинетов. Успехов добились хорошие, хотелось бы больше. Поэтому наши врачи стараются совершенствоваться, постоянно учиться новым технологиям внедрять в нас в поликлинике. Кроме того, сегодня на базе стоматологической поликлиники в Химках реализуют муниципальный проект «Здоровье с молоду». Одно из его направлений – профилактика стоматологических заболеваний. В рамках программы специалисты проводят занятия в школах и детских садах, на которых рассказывают детям о правильной гигиене полости рта и здоровом образе жизни. Мне искренне очень приятно, что Химки, город Химки, такой прогрессивный, такой молодой, здоровый, активный, имеет такой проект у себя. И я абсолютно уверена, что этот проект сможет быть тиражирован на всю территорию Московской области. Подробнее о реализации муниципального проекта «Здоровье с молоду» на территории городского округа смотрите в нашем специальном репортаже 22 марта на телеканале Химки ТВ.